У меня же реально стоит проблема. Или закрыть бизнес, который 25 лет у меня. Вот эта анкета с нашей новой участницей Людмилой просто повергла меня в шок. В 99-м мы уже могли купить 3 квартиры. Прибыль 3000 гривен. Ужасный никакой предприниматель, который все делает ужасно плохо. Сейчас работают 2 парикмахера, которые работают с советских времен. Да. Просто шок. Зачем вы сюда пришли? Если он держится на каком-то мастере, значит, это бизнес-мастер, а не твой. У вас там сейчас ад. Я могу сказать одно, спасать вообще нечего. Потому что нет ничего. Вы поможете? Это не бизнес. Это невозможно реанимировать. Не стоит бояться изменений. Вы готовы все это выбросить и сделать заново? Но мы становимся хозяйкой хорошего, классного салона. Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня очередное обновление, потому что мы решили, что наши выпуски такие длинные, и так тяжело нашим мальчикам их монтировать, что мы теперь будем по одному герою выпускать выпуски, для того, чтобы вы могли полноценно одним человеком насладиться. Хотя, честно скажу, Сергей, я сегодня не совсем понимаю, чем наслаждаться, потому что вот эта анкета с нашей новой участницей Людмилой просто повергла меня в шок, потому что такого в нашем шоу еще не было. Такого я вообще не ожидала. Я не ожидала, что она появится у нас. Ну, она приехала сначала на собеседование лично из Мариуполя, я с ней беседовал. И после собеседования я сказал, наверное, мы ничем не сможем тебе помочь. Я считаю, что мы ничем не сможем ей помочь. Но так я считала ровным счетом до того момента, пока не села и не поставила себя на ее место. И подумала, если бы я оказалась такой же, если бы мой бизнес был настолько... Что бы я делала? Я нашла выход. Поэтому пошли знакомиться с Людмилой, а вы обязательно смотрите выпуск до конца. Напишите Людмиле все, что придет в вашу голову, потому что ей очень нужна помощь, скорая помощь, реанимация буквально. И не забывайте, друзья, подписаться на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Поехали? Поехали. Добрый день. Сегодня у нас в гостях Людмила Калиниченко, новый участник. Ты сказал, как в утреннем шоу. Или шоу «Давай поженимся». Сейчас и поженимся. Живет она далеко, в городе Мариуполь. Это от Киева, достаточно далеко. И, тем не менее, она приехала к нам. Почему приехала из Мариуполя? Что тебя вдохновило? Я начала смотреть шоу в мае месяце. Вот еще как-то у меня получилось, Оля в телефоне выскочила, когда я уже хотела фактически закрывать свой бизнес. И я потом написала вам в комментариях что-то, что у меня ребенок, не могу приехать. А Оля, помню, сказала в эфире, вот люди приехали там с Петербурга, и меня так это зацепило. Думаю, действительно, неужели я не могу приехать? У меня же реально стоит проблема сейчас. Или закрыть бизнес, который 25 лет у меня, или вот, что-то как-то меня вдохновило. Я действительно, Оля, ваше шоу пересмотрела, очень много смотрела, потом решила заполнить анкету, переступила через себя, даже, скажем, со слезами на глазах. У меня был такой мандраж, я заполняла анкету, думаю, нет, но я это сделаю, я еще, если хочу, я это делаю. Вот. И потом, когда к вам приехала, Оля заболела, мы с вами общались, и я действительно приняла решение, что раз я уже начала, то я пойду до конца, и что я приеду и буду участвовать, даже несмотря на то, что вы будете критиковать. Будем. Да, критикуйте, это только для моего развития и роста. Хотелось бы увидеть, свои ошибки. Даже после того, как ты приехала на собеседование, мы пообщались, приехала лично, хотя я говорил, что мы можем по видеосвязи встретиться, да, но не захотела по видеосвязи, приехала к нам сюда, в Киев, ради того, чтобы час пообщаться.
И даже после собеседования я почему-то подумал, что, наверное, не придете, потому что, я достаточно, сказал, что, не знаю, какой будет результат, и вообще ничего не гарантирую. Какого результата ты все-таки ждешь? Я результата жду изменить в своей жизни что-то, потому что на данном этапе мне это все не нравится, как я живу, а тем более у меня дети, я хочу показать пример своей жизни, не такой пример, который на данный момент. Давай ты сама расскажешь о том, о своем бизнесе. Наш бизнес начался в 93-м году, когда был и рэкет, и все развалился союз, и мы не знали, я только школу закончила, чем заниматься, я встретила мужчину, который занимался бизнесом на рынке. И мы вместе, компания наша, человека 4, ездили в Москву, покупали сникерс, марс, зубные пасты. Как мы вошли в косметику, мы увидели в каком-то магазине, не помню, шампунь Лораль, жжба, как помню сейчас, для длинных волос. И настолько нам понравилось, что есть разные виды шампуней, которых на тот момент в 92-93 не было, были обычные там солнышко и так далее. И мы начали завозить Лореаль, всю линейку Лореаль, вышли на оптовую фирму московскую Макдак, и мы с ними стали сотрудничать, привозили Лореаль, привозили косметику, которая действительно у нас не была уникальной. У нас ее в Мариуполе расхватывали, на лету, можно сказать, и заказывали, мы привозили. И мы очень хорошо развивались до 99-го года. То есть у нас был бешеный рост, мы доросли до 3 квартир из $100. То есть начали мы со $100, в 99-м мы уже могли купить 3 квартиры. И что случилось? Случилась трагедия в нашей семье. Мы потеряли ребенка, и получилось на тот момент, сложно уже стало. Где-то полгода, пока мы вообще все остановилось. Мы потом решили отойти от рынка и что-то изменить. И решили открыть отделы в городе. И открыть опт. Но все-таки мы решили от этой трагедии отойти путем окунуться в работу. И начали опт привозить, на опт очень много товаров, сняли офис, у нас был свой офис. Мы взяли торговых агентов, работали по салонам красоты, почему-то нам понравилась эта отрасль. Мы завезли Лонду первую в Мариуполь, на тот момент ее не было. У нас работали торговые агенты, работали продавцы, мы открыли 10 отделов розничных в Мариуполе, в самых проходных местах, скажем так. И тоже на тот момент очень хорошо стали развиваться, но где-то к 2008 году у нас произошел конфликт с мужем. Если вкратце сказать, он ушел в веру, после трагедии он не совсем мог справиться с этой ситуацией. И пошло, у нас непонимание полное пошло. Он уехал в Луганск, уже стал заниматься, мы разошлись в 2008 году. И я осталась в Мариуполе и дальше продолжала этот бизнес. Хотя на тот момент нам за магазин давали $300 000, можно его было продать. Но меня было дело чести, что этот магазин, это мое, это родное, я это создала. И жалко было людей увольнять, жалко было неправильно, не знаю. Это был 2008 год. И в 2009 мы проходим школу личного развития, у нас проводил Леонид Лысов. И он сказал такую вещь, что если вы хотите твердо стоять на ногах, вам нужно, на стуле, иметь 4 вида доходов. Я так подумала, у меня только один вид доходов, дом косметики. Магазины мы к тому моменту уже сократили, у нас осталось уже 2 точки. И я решила открыть салон красоты. Она нам в тему, шел салон красоты, у нас все это было. И в 2009 мы открыли, сами находили парикмахеров, находили... Все сами делали ремонт своими руками. А ты уже второй раз же замуж вышла, да, потом? Да. Потом в 2013-м, я вышла замуж по интернету, мы познакомились. И немножко, конечно, как я наладила, так расслабилась. Думаю, 15 лет я тут пахала без отпусков, без ничего.
коллектив справится, а я немножко отдохну. И вот получилось, что потом родила ребенка в 2015-м, и у меня не с кем было оставить ребенка. В 2015-м это уже за 40 было, да? 43 года, да. Ага, сейчас 46. Сейчас 46, да. Вот, ну, да, с ребенком, конечно, сложно было, никто как-то не хотел, и врачи говорили, там, и даун будет, и непонятно. Вообще пугали, нормальный ребенок сейчас, Марина зовут девочку. Угу, вот, и я как бы, у меня получилось, папа умер, когда ей было 5 месяцев. И если раньше я занималась бизнесом, я оставляла с родителями, да, ребенка, в этот раз мне получилось, не с кем было оставлять. И я непосредственно 2 года, получается, была с ребенком, ну и вела бизнес параллельно, на OLX размещала товары, сайт у нас был. Вот, и как могла, я там привозила товары, отвозила, получала. Ну, в общем, вся вот эта. Как вот мы понимаем сейчас, у тебя есть свое помещение, фасад. Вот мы видели фотографии, там фасад, входишь, в котором есть какой-то салон красоты, и там же продажа. Там же магазин косметики. Да. Вот это все, что есть на сегодня, правильно? Да, на сегодняшний день, да. И еще розничная точка в центре города. Вот. Ну, она такая, как сказать, небольшая. И показатели, которые, ну, как бы я вот понял из анкеты, что там вообще, ну, совсем никакие показатели бизнеса. Результаты снизились очень сильно. Они не то, что снизились. Вот что мы смотрим? Мы смотрим... Оборот 55 тысяч гривен, это 2000 долларов в месяц. Это весь оборот, да? Это оборот. Это все, да, вся реализация. И прибыль 3000 гривен, то есть меньше 10% от оборота даже прибыли. Это то, что денег на руках остается, да? Да, ну там где-то 1020 идет грязная прибыль. Ну, понятно. И с этого раздаешь коммунальные, да, зарплаты, остается 3000. 3000 гривен – это, ну, 100 евро. Меньше 100 евро, это ты владелец бизнеса, то, что сможешь забрать, да, для себя. Я в прошлом выпуске хайла Антона за 900 евро, понимаешь, в месяц и говорила, выбросьте это все, а тут... Тут совсем печальная ситуация. Знаешь, что вот мы изучали анкеты, смотрели все твои ресурсы, ссылки, на которые ты дала. Ну, что у тебя есть? У тебя есть ВКонтакте страничка, да? Есть в Инстаграме аккаунт и YouTube. И сайт. Я даже дам ссылки на все на это, под видео поставлю. Посмотрите, как все это ужасно. У меня очень двоякое впечатление от тебя. Вообще абсолютно. Первый – это очень такой приятный, очень замечательный, добрый человек, да, очень хороший. Второе – ужасный никакой предприниматель, который все делает ужасно плохо. Вот все ужасно плохо. А вот, ну, там, YouTube-канал, там одно видео, да? Значит, Instagram, 3 мая первый пост, 9 мая последний пост. Всего там их 6 постов, по-моему. Это благодаря Оле, кстати. Все. Там 3 мая загорелось, 9 мая уже все, запал этот закончился, все. 5 или 6 постов, больше ничего нет. С 9 мая, вот сегодня у нас, не помню уже, какой июля, да? Больше... Это Инстаграм? Да, это Инстаграм. У меня дело в том, что я им не умею пользоваться к своему. Так а зачем? Зачем вы его дергаете и трогаете? Вот это вот называется, я услышал что-то, лишь бы сделал, вообще не понял. Это вообще нужно моей целевой аудитории, вообще люди, которые у меня покупают. Они вообще этот им нахрен Инстаграм нужен или нет? Сайт на бесплатном конструкторе, ну, не доделан. То есть что-то начали тоже делать. Для кого, да? Он? Зачем он сделан? У нас был сайт на Prom.ua, и получилось, позвонили с Prom.ua, что-то там кто-то не так ответил, пока я в декрете была, и наш сайт просто грохнули. И мы его потом пытались возобновить, у нас очень хороший был интернет-магазин, через который мы продавали. А потом уже я создала вот этот на Wix'е сайт, но я его не доработала, тоже это, я каюсь, там очень много еще работы нужно делать. We'll be right back.
То, что мы увидели, опять же, на фотографиях салона, ну, ты пишешь о том, что там клиентура, клиенты среднего класса и салон среднего класса, ну, я не знаю, что может быть ниже уровнем, да, если чек там от 50 гривен до 100 гривен, да, то есть чек в салоне 2-4 доллара, то это, мне кажется, ниже уровня не может быть уже. Да, это у нас сейчас работают два парикмахера, которые работают с советских времен. Да, да. У них своя клиентура, которая в этом районе, и они вот стабильно работают. Еще у нас два молодых мастера, у которых стрижки от 100 гривен. И вот сейчас, на данный момент, ну да. Меня просто унижает. Я вообще, я честно скажу, сижу и молчу, потому что это просто шок. Во-первых, я не знаю, как зачем вы сюда пришли. Это мое, как бы, видение первое. То есть это просто ужас. Это не бизнес. И это вообще ничего. Честь и хвала, я думала о том, как это вообще возможно спасать, и возможно ли это спасать. Я могу сказать одно, спасать вообще нечего, потому что нет ничего. Кроме фасада в салоне, который еще можно как-то привести в порядок, все внутренности, это просто жестяк. Это я увидела, я правильно увидела вот эту центрофугу, которая на голову одевается? Сушуар? Да. Он есть, правда? Да, да, да. Офигеть вообще, боже, это просто... Вы помните, кто это? Вы помните? Наши парикмахеры завивки делают. О чем вы говорите? Какой Инстаграм, ребята? Люди, которые могут себе позволить в это прийти, они слово Инстаграм, скорее всего, даже не слышали и, возможно, даже не знают о мобильном телефоне. То есть вот этот момент этого дисбаланса, который вы слышите откуда-то и пытаетесь к себе прилепить, а потом говорите, не работает. И даже не важно, что он вообще никакой этот Инстаграм. Ну зачем это вообще нужно? То есть это просто трешняк. Вот я сейчас говорю так, как есть. Это просто жесть. И первое, что я хочу сказать, к чему изначально нужно быть готовым, и хочу задать этот вопрос. Вы готовы все это выбросить и сделать заново? Но иногда мне хочется все перекрасить в белый цвет и начать с чистого листа. Белый цвет здесь не поможет. Я поведу сейчас в комнату свою и покажу, что будет. Готовы ли вы все выбросить, все, что вы знали, умели, делали? Потому что это все... Это невозможно реанимировать. Это требует капитального ремонта с полным сносом всех мыслей, идей, людей, полов, стен, всего. Абсолютно полная перепрошивка. По-другому это реанимировать нельзя. Нечего реанимировать. Мы реанимируем сейчас человека, у которого все болезни мира, включая рак, сифилис, СПИД, у него нет рук, ног, и мы пытаемся, типа, верим в то, что он будет жить. Он не будет жить. Ну, то есть я даже браться за это не буду, честно, вот честно скажу, как есть. Поэтому я задаю еще раз этот вопрос. Вы готовы к полной, к полному, тотальному обновлению всего? Оля, мы готовы. Если мы готовы, тогда нужно это понимать, потому что реанимировать нечего. Нужно будет, повторюсь, уволить людей, уволить свою голову, снести нахрен все то, что там есть, включая названия и прочие вещи, и сделать все заново. Это единственный способ, оставив нишу, в которую вы любите, в которой вы плюс-минус разбираетесь, раз уж столько лет в ней работаете, что-то построить заново и заново, шаг за шагом, сделать совершенно другую историю с другими ценами, с другими клиентами, с другим подходом. И мы не будем строить VIP-сегмент, супер-лакшери, ничего такого. Но мы должны сделать достойную услугу, привлекать достойных клиентов и зарабатывать достойные деньги. В противном случае не нужно называть всякую чехарду, которую делаете вы же только пример. Таких людей миллионы. Да? Почему мы берем участников? Мы хотим, чтобы все себя узнавали в этом. Вопрос же не в том, чтобы кого-то там обидеть или сказать «нет». Просто в этом вы тонете, вы себя кормите этими иллюзиями. Я не хочу, чтобы вы питались этими иллюзиями, чтобы ваши дети. Это не пример будет. Это будет наблюдение дочери, которую мама родила в достаточно зрелом возрасте, какая молодец. И дочь будет наблюдать, как вы умираете, вытюхаете и гниете в этой бедности. Если вы способны родить в таком возрасте дочь не физически, а морально на это настроиться, то, мне кажется, вы способны на все. Просто нужно взять и это сделать.
просто быть готовым к тому, что все к черту надо менять. Иначе ничего не сработает. Терять нечего. 3000 гривен в месяц, идите устройтесь на работу. А вас умоляю, в Mary Kay продавайте Amway, Oriflame, что там еще продается. Мы это уже продавали. Вот. Это будет больше, чем 3000 гривен. Неинтересно. Я бы не зашла тогда никогда в жизни. Веники возле порогов жестко, я понимаю. Но кто-то должен говорить правду. Если я буду вам говорить, что у вас большое спасибо, зашибись, как говорить. Все здорово, то вы будете говорить, ну что же у меня тогда не работает? Потому что все, начиная от выражения лица мастеров, которые я увидела в фотографии, эти ужасные кресла, эти хрени на голове, которыми можно мумий пугать. Это все полный отврат. Поэтому, если мы начинаем новую историю, вы должны быть готовы к тому, что мы будем нахрен все менять. И что те задания, которые мы будем давать, они будут тяжелыми прежде всего для головы. И голова будет орать. Я не хочу, я не могу, это невозможно, но возможно все. И если это будет невозможно, у нас, кстати, изменились правила шоу. И теперь, если наши участники не выполняют задания, они вылетают. Я поняла. Либо мы не мучаемся и не страдаем, либо вы получаете результаты. По-другому неинтересно. Мы больше не предлагаем вам. Мы уже намучились вам. И настрадались. Да. Ну, страдания начинаются дальше... самое интересное. Нас это не пугает, в принципе. Но мы думали над тем, что бы делали мы. Мы всегда стараемся себя поставить на место, ну, как будто бы мы на твоем месте. Что нам делать, да? Какие есть сильные и слабые стороны вот у тебя в данном случае? Твоя сильная сторона – это то, что ты хороший человек. У тебя есть помещение хорошее. Которое находится в собственности. В собственности, но не совсем проходное место. Не важно. Вот давайте перестанем все искать в себе но. А может быть, это наш плюс. Может быть, то, что она находится не в таком проходном месте. Какой у нас есть плюс? Плюс то, что там у нас тихо, уютно, высокие потолки, как у Сталинки. То есть конкурентов там, много рядом? В нашей отрасли. Ну, только Ева, Простор, но они немножко... У нас профессиональная косметика, а у них обычная Боже, косметика. Боже, перестаньте говорить мне профессиональная косметика. Это ад. У вас там сейчас ад. Я, но все подряд. Зная бы... Вернее, я бы никогда не догадалась, что у вас там профессиональная косметика. Если бы я заглянула. Вот с фасада я бы еще, может быть, на вот этот слоган бы там на какую-то бумажку повелась. Но как только я переступаю порог и вижу это, какая профессиональная косметика? А в центре все сидят друг у друга на головах. Конкуренция всегда значительно выше. Поэтому берите, отлично, у вас есть район. Люди живут в районе? Конечно, да. Класс. Живут. Если в день 50, у нас старый 50 человек в день, можно нашкрябать в районе, которым, по идее, пользуются услугами? Гипотетически. Гипотетически можно. Хватит вам, если в день будет 50 приходить? Хватит, потому что у нас сейчас 10 еле заходит. Вот, нормально. В 10 с чеком 100 гривен. 50, да? 50. Да. Нет, у нас может один человек сделать полкассы за день, зайти, купить просто там на 1000 гривен. Вот какие сильные стороны, что мы смотрим? Есть помещение, да? Причем люди уже привыкли, что там есть какой-то салон красоты, да, какая-то услуга. И, ну, есть какие-то клиенты постоянные свои. Есть клиенты на продажу косметики. И есть ты, человек, который... В этой отрасли разбирается давно, да, но минусы какие? Ты совершенно, ну, как я увидел, из того, что я увидел, что есть, ты делаешь все плохо. То есть вот все плохо там у вас. То есть ты хорошо делать не умеешь. Поэтому мы вот думали, каким образом это все можно совместить, и поняли, что, ну, единственный выход мы видим – это найти тебе партнера. Партнера, который был бы профессиональным мастером, да, который мог бы... не просто хорошим мастером, не просто каким-то мастером, хорошим профессиональным мастером, который хочет уже дорос до того, чтобы стать партнером в салоне. Который, скорее всего, хочет иметь свой салон, но не знает, как это сделать. И у вас появляется уникальная возможность стать партнерами 50-50. Когда человек приводит свою аудиторию, когда человек имеет, что очень важно, понимание того, как этот бизнес строится, когда вы готовы это принять, и когда вы вместе сообща, можете делать что-то дальше. Потому что без этого
одна здесь не справится. Без профессионализма, да, которого нам не хватает. Я правильно понимаю? Да. И мастер, который заточит все, по крайней мере, процессы, связанные с классными мастерами, сможет привлечь. Ни один хороший мастер к вам не придет работать сейчас, в этот салон. У нас сейчас хороший мастер, Оля, работает. Хороший? Значит, он дурак. Увольняйся оттуда. Она только с декрета вышла. Не порти себя. Хороший мастер не может работать за 50-100 гривен. Не может. Мне страшно представить, сколько они зарабатывают, но хороший мастер, увольняйся немедленно. Ни один хороший мастер туда не придет. Поэтому наша задача полностью, чтобы появился человек, который профессионально подобрал бы совершенно другого уровня мастеров, качественного, хороших, чтобы это были люди другого уровня, с другой клиентурой, с другими деньгами. В любом случае не может стоить. Человек не может от вас выйти, оставив хотя бы меньше 500 гривен. В принципе не может. Ну, 300, учитывая, 300 хотя бы. Учитывая, что вы продаете косметику дополнительно, не может средний чек раньше меньше 500 было. Гривен. Да, нас не интересует, что было раньше. У нас есть сегодня реальность. У нас есть конкуренция сумасшедшая сегодня. В каждом городе есть хорошие салоны. В каждом районе есть хорошие салоны. И то, что работало раньше, больше не работает. Уже перестали мы это даже говорить вслух, это понятно и очевидно. Поэтому первое задание, которое будет стоять, это поиск партнера. Без этого мы не сможем сдвинуться. И самое главное, партнер в голове должен поместиться. Нужно понимать, что теперь будет человек, с которым у нас будет 50 на 50. По-другому развитие быть не может. Потому что нанимая постоянно каких-то людей, которые будут уводить, естественно, клиентуру, даже если они придут на новый ремонт и на новый салон и так далее, это будет сделать достаточно сложно. Поэтому нам нужен хороший мастер, который может стать партнером. И который с которым вы создадите позиционирование. Сейчас позиционирования там никакого у вас нет. У вас должно быть какое-то позиционирование, да? Какие цены у вас должны быть? Они цены должны быть несколько раз выше, соответственно. Из этого исходится уже, вы создаете до тем интерьер. Да, какой должен быть, какая мебель, какой ремонт. Вот, мы подумали, кстати, о том, что можно привлечь, наверное, участника. У нас же есть участник, дизайнер Татьяна, которую мы хотим привлечь, чтобы она могла тоже показать свой класс. В любом случае, понадобится делать ремонт. И в идеале, если партнер, который зайдет, у него будет тоже какая-то часть денег. Без денег ничего реанимировать не получится. Каждый раз у людей возникает в голове эта мысль: боже, у меня нету денег, где их взять? Нужно понимать, что их где-то придется брать. И в любом случае на ремонт 1004-5 долларов вам придется потратить. В любом случае. Нужно полностью переделать дизайн и концепт всего этого. Нужно не просто переделать, нужно сделать его. Сейчас нету никакого дизайна, никакого концепта. Ужасные кресла, ужасные зеркала. Я не говорю о том, что мы должны делать премиум-класс. Ни в коем случае. Дизайнеру ставится такая задача. Сделать все в рамках определенного бюджета. Но я думала о чем. Почему, например, социальные сети вообще не имеет смысла развивать? Потому что обычно клиентами таких салонов являются люди, которые живут рядом. Соответственно, нужно работать с этими людьми. На районах, особенно в небольших городах, очень хорошо работает концепт того, когда есть хозяйка. Но вот эти названия, которые очень распространены, и раньше я с них страшно смеялась, приезжая к бабушке, у Катюши, у Людмилы, у Манюши, они отлично работают. Потому что если мы сделаем концепт места, куда приходит аудитория, какой средний возраст вашей аудитории? Средний, вот которых больше всего? Больше всего у нас 30-35 лет. Ты достаточно молодая аудитория. Да. Ну и у тех женщин, которые вот работают еще с советских времен, у них от 40 до 60. Я бы ориентировалась на достаточно среднюю, вот, может быть, от 30, потому что, ну, например, у нас 30 лет – это очень модные девочки. И модные девочки никогда в такой салон, в принципе, в общем, не пойдут. Естественно, что есть какие-то залетные, да, там люди. Я бы делала акцент как раз на уют, на комфорт, на то, что есть Людмила, есть вкусненький чаек, который они могут попить. Есть ощущение, как у себя дома. Когда человек приходит и может у вас расслабиться. Например, моя мама, да, она очень не любит каких-то фешенебельных салонов, потому что она себя чувствует там некомфортно. Ей гораздо комфортнее прийти, знаете, своего мастера, поговорить с ним, сесть удобно в кресле, попить чаек, знать, что рядом не будет сидеть никто супер расфуфыренный, да, где она будет, идя в салон, думать: господи, какие туфли мне надеть, какое платье мне надеть, не делать
этого суперпраздника. Вот я думаю, что нужно над этим концептом хорошенько поработать. Люди приходят в салон не только для того, чтобы быть красивой, для того, чтобы отдохнуть, для того, чтобы вспомнить, что она женщина, для того, чтобы сделать себе красивую прическу, для того, чтобы вот атмосфера, она всегда рулит. Сегодня продают эмоции. И в вашем случае я бы поработала именно над эмоциональным рядом. Потому что если мы увидим классный, хороший салон, в котором хорошо все сделано, уютно, где есть радушная хозяйка, где есть вкусненький чаечек, где она может сесть, и мастер не будет смотреть на нее как-то свысока, а будет с ней комфортно общаться, но при этом будет выглядеть классно, потому что мастер – это показатель. И вот этот концепт такого формата, он может дать очень хороший результат. Именно райончика, именно сделать так, чтобы Маша, которая пришла из салона и села со своей подружкой, та не только сделала комплимент ее прическе, а та еще сказала: ты знаешь, там так хорошо, вот мне там так уютно, вот ты обязательно ходи, вот увидишь, как там здорово. Вот этот момент, атмосферность, это то, над чем обязательно нужно работать сегодня в бизнесе. Конкурировать ценой сегодня вообще бессмысленно. Вы утопитесь, умрете, как в общем-то уже и произошло. Загоняйте себя просто в безденежье, и все. Поэтому этот момент, он необходим. Слушай, еще вот я, когда внимательно анкету твою штудировал, там такое меня очень поразило вещь, что когда вы получаете заказ, ну, на какую-то косметику, ты сама берешь этот заказ и везешь куда-то там на маршрутке. Такое, да, на самом деле существует? Да, у нас есть, да. Мы работаем по депиляции. У нас восковая депиляция, есть заказы, которые мы отвозим. А почему ты это везешь? Ну, у нас лично раньше был водитель, а сейчас как бы на водителя нет денег. А новой почты у вас нету? Ну, если новой почтой мы отправляем, если через OLX, или развозим или машиной, или маршруткой. Ну, а почему получается? Вы просто везде не отправляете новой почты? По Мариуполю? Да. У нас Киев весь отправляется новой почтой. Все, что мы заказываем, все только новой Оля, почтой. Оля, спасибо за совет. Я не думала. Я просто даже не к этому придрался, а к тому, что ты хозяйка, да? Ну смотри, у тебя какие-то люди в салоне находятся, которые работают с клиентами. Это самая важная часть, то есть взаимодействие с твоими клиентами. То есть ты не работаешь с клиентами, ты работаешь курьером своей компании. Ты берешь и везешь этот заказ, вместо того, чтобы общаться с клиентами, понимать, что происходит вообще, кто твои клиенты, что они хотят, да, там, попробовать им продать больше, например. Ты это самое важное денежное действие отдаешь каким-то менеджерам, и, естественно, исходя из того, что мы видим, ну, что мы должны делать, если они продают на 50-100 гривен? О чем ты говоришь? Какое слово менеджер, люди? Ну, просто это смешно. У тебя люди, которые все время уменьшают твои продажи, работают на продажах, а ты работаешь курьером в это время, не занимаясь этими продажами. Я по поставкам, да, работаю, по продажам, как бы, то, что они не могут, то, что выходит за рамки магазина. Ну, я вот, сори, я в этот раз вообще, я насмотрелась этих фотографий и всего, какой бизнес, какой менеджер. Давайте что-то строить настоящее. Не в чем строить. Нет, так Людмила же рассказывает, как у нее было. У нее работало там 10 точек по реализации. А вот я там думаю, как оно это было. На тот момент, да, это было очень хорошо развивалось. Значит, понимаешь, на тот момент есть два момента. Либо Людмила сильно изменилась, либо времена, как ты мне рассказывал, нужно было просто что-то делать, а оно все как-то шло. Потому что, ну, Людмила, ну, и то, что я увидела, я говорю, меня правда впервые повергло в шок. Потому что я жила на массиве когда-то, на Троещине, и помню, заходила там в домах такие эти маникюрные там и так далее, но я такого ужаса нигде не видела. Я помню, в третьем классе в бассейне в школе в 93-м году последний раз эту сушилку. Ну это ретро-вечеринка, ну такого быть не может. Но я в отелях никогда, в пятизвездочных, не сушу волосы их феном и вожу свой, потому что это разные вещи. А как такими сушилками можно что-то вообще, ни один нормальный человек туда не зайдет. Ну есть такие клиенты, которые приходят еще с благодарностью обслуживаться у нашей женщины. За 50 гривен, да, только тебе что это дает. Тебе эти клиенты только один не убытки дают. Может быть, вы как раз тот человек, который уродует женщин, который выходит с этими мочалками на голове, который просто, ну, хочется руки поотрывать. Ну, я говорю правду. Еще странно, что даже несмотря на такие цены смешные, да, все равно у вас мало клиентов. Это говорит о чем?
это говорит о том, что у вас очень плохой продукт. Это говорит о том, что люди не хотят портить свои волосы, слава богу. Да, да. Давайте да. я немножко расскажу, я упустила один момент. Я когда открыла салон в 2009 году, и к нам пришел мастер, начинающий, Сергей его звали. Вот, и он у нас работал, развивался, у нас очень много было тоже клиентов, мы до ночи работали, красили с ним, он потом работал ведущим колористом по Эстелю, по Мариуполю. Вот, и как бы и клиенты были, и все. Потом произошла война, вот это в 2014 году. Он уехал, он был с Бердичева, он работал на два города, и у нас работал и здесь. И те клиенты, которые были, они хотели только к нему, то есть они шли именно на человека, на его харизму, да. И он потом уехал в Польшу. Я говорю, может быть, его взять партнером. Так, ну, самое лучшее, да, предложи ему. Может быть, он вернется, может быть, таким образом ты его выманишь обратно в Мариуполь. Да, он работает в Польше сейчас в Лоралевском салоне. Может, я думаю, что он сейчас зарабатывает даже в своей Польше свою там, тысячу может быть, евро. Ему, и... В Польше ему не светит быть партнером. А возможно, но Сережа, так или иначе. Если посмотрим. Так или иначе, Сережа, не возвращайся в то графство, которое есть. Нужно все закрывать и переделывать. Вот без этого вообще не о чем говорить. Вот без этого никакого развития, никакого спасения, никакой Сережа, Петя или Вася не спасет. Да нормальный Сережа в это не вернется. Сиди в своей Польше, правильно делаешь. Ну это нужно понимать. Нет, возвращайся. Возвращайся, Сережа. Уважать свой персонал и своих клиентов нельзя в таком. Ну не о чем говорить, ну ребята. Такой шанс бывает раз в жизни. Оля, мы сделаем ремонт. У меня три сына. Старший сын мне хотел помочь, просто. Дело не в ремонте, вот поверь, дело не в ремонте. У вас прежде всего должно быть какое-то четкое позиционирование, да, что вы хотите, какие, вот знаешь, как вот ресторан. То есть ты заходишь, да, когда в правильный ресторан, ты сразу понимаешь, какие здесь цены, ты сразу понимаешь, какой здесь вкус. То есть сразу понятно, это да? Это первое впечатление. Да, ты приходишь, вот как здесь, да? Да, да, сразу понятно, куда ты попал. Для кого это? Понятно, что это не для моей мамы, правда? Не очень комфортное место для моей мамы. Это моя мама не будет сидеть на черном мешке. Это молодежь. Это для молодежи. Да, да. Вот. Сразу понятно, для кого. Очень понятно, для кого это. Нужно понимать, какую эмоцию вы хотите вызвать у своих клиентов. Что они должны здесь чувствовать? Кто эти люди? Очень четко сегодня понимать без этого никак. И видеть портрет своего клиента. Я думаю, что мы с Татьяной, если вы готовы, мы с Татьяной поговорим о том, чтобы она выступила как дизайнер проекта. И в совокупности с вами, сейчас ужас начинается в глазах, о господи, дизайнер. Какой же дизайнер? Без дизайна никак. Покрасить стены и бросить вместо одного линолеума второй не сработает. Меня муж только плитку положил. Прекрасно. Значит, вы связываетесь с Татьяной. Это вместо того ужасного линолеума, который на фотографиях, да? Да, да, да. Мы связываемся с Таней. Вы показываете все Тане. Работаете с ней как на удаленке, как Таня работает. Вот. Дает ей планы. Она, кстати, в Польше тоже вместе с этим... Да, с Сергеем. Пусть это в Варшаве. Вы с ней договариваетесь, общаетесь. Она задаст как раз все необходимые вопросы, которые помогут с позиционированием. Потому что дизайнеру очень важно понимать, кто клиент, что там должно быть, как себя клиент должен чувствовать. Вот. Вы задаете ей определенные параметры, и для начала она создает дизайн-проект. Дизайн-проект, который она создает, и заодно мы посмотрим, на что Таня тоже способна. Это будет очень интересная проверка. Когда будет создан дизайн-проект, она подберет материалы, вы уже будете потихоньку понимать, сколько это стоит, и дальше будем искать возможности это реализовывать. Параллельно в поисках, находясь партнеров. Когда вы начнете работать над вот новым своим салоном, голова заработает совершенно по-другому. Когда вы видите, каким он может быть, каким он будет, вы сразу начнете понимать, каких людей вы туда хотите, каких мастеров, какие услуги. Продавать свои товары на решетке, которые висят там на каких-то щипцах, ну это просто ад. Это, вот я просто увидела весь тот ужас, который я даже представить не могла. Я почему, может, такая эмоциональная? Если дело, я говорю, Сережа, ты шутишь? Ну, у нас не упаковано, да, я согласна. Но упаковано слово, бизнеса нет. Слово профессиональное, у вас там слово профессиональное везде. Это оно, вообще обрезать оно, надо. Оно ну, не туда не подходит. То есть, там же у вас рынок 93-го года внутри, вот, до сих пор. И в то же время слово профессиональное, вы пытаетесь как бы дальше. Позиционироваться. Дальше, у нас еще есть два конкурента дальше с такими же мы товарами. Меняем название.
Мы забываем вообще об этих конкурентах. Если они такие же, то, Господи, умрете вместе. Да нет, с миллионным остатком. Мы отстраиваемся, неважно. Вот мы всегда радуемся чужому горю, да? Ой, у них миллионный, у меня на 100 тысяч остаток. Да, молодцы. То, что у них есть миллион, значит, был. Молодцы, красавцы. Желаю вам удачи. Мы не смотрим ни на кого. Вот это вот наша дурацкая вечная позиция. Посмотреть на других и порадоваться, что у него еще хуже, чем у меня. Не, Оля, мы, я забываем, наоборот, не хочу быть такими, мы, как они. Мы забываем. Мы сейчас другого отстраиваем себя. Поэтому мы придумываем то, мы видим свой идеальный бизнес, свой идеальный салон, представляем его и очень детально все описываем. Мы работаем с Татьяной по концепту сейчас, мы работаем над названием. Я жду несколько вариантов названия, которые описаны, почему именно это название, что люди ощущают. При том, когда попадает в мой салон, мы проживаем жизненный путь клиента. Очень важно представить, как он пришел, с чем он пришел, как мы решили его проблему, почему ему у нас понравилось, как мы его оставляем. Написано, нету никаких программ лояльности, у нас и так низкие цены. Да, понятное дело. Но это все не бизнес, это все мимо. Нам нужно учиться этому. Почему мы к вам пришли? Потому что вам нужно не учиться, вам проще. Вам нужно просто все сделать. Просто все сделать заново, по-нормальному. Вам мешает только то, что у вас есть иллюзия того, что у вас что-то есть. А у вас ничего нету, примите это, и вам начнет, будет легче жить. Это как женщина, которую мужик бьет постоянно, унижает, но она считает, что у нее есть мужик. А когда она понимает, что мужика нету, ей становится гораздо проще. Оказывается, она теперь знакомиться может. И класс вообще. Я это проходила, у меня первое замужество было. Прекрасно. С алкоголиком, да. Вот, это прекрасно. Поэтому мы начинаем с этого. И мы начинаем со смены цвета волос. Темный цвет волос делает нас старше. Нам нужно найти самого лучшего стилиста и поменять свой цвет волос на свежий, новый и красивый. Но мы становимся хозяйкой хорошего, классного салона. Надеюсь, нужно быть не в блондинку. А это нужно общаться с хорошим стилистом. Не со своим. В своем салоне не подходит, потому что пережжет все, выпалит за 50 гривен. Нам такое не подходит. Это важно. Нет, у нас Катерина очень хороший мастер. Молодая, красивая. Сейчас вижу женщину, которой не 46, а 56. У нас не может быть 10 лет разницы по определению. Нужно над этим тоже поработать. Потому что когда мы начинаем свежеть, хорошеть, все начинает в жизни тоже так происходить. Как женщина имею право это говорить. Вы сюда за этим приходите, я вам говорю правду. Yes? Да, еще мне кажется, спасибо, что Людмиле нужно, ну, больше, ну, в салоне в своем проводить времени, чтобы понимать вообще, что происходит. Мне кажется, сейчас ты не особо понимаешь. В этом не надо. Вот я думаю, в этом можно уже не проводить. Мы все равно его будем закрывать. Но в любом случае нужно понимать, что вот когда у тебя будет партнер, у вас будут две роли. Да? Твоя роль – это быть хозяйкой, которую все клиенты знают, знают, куда они приходят, кто здесь хозяйка. И роль этого твоего партнера, который задает, ну, знаешь, как в ресторане шеф-повар задает уровень, да, вот как, линейку продуктовую. Он должен задать продуктовую линейку, уровень цен, он должен подбирать правильных мастеров и правильно их обучать, чтобы они работали все по единому стандарту, так как он. То есть он обеспечивает производство. Ты, условно говоря, ты маркетинг, да, ты лицо салона, он производство делает классно. Вот, и вместе вы создаете вот это позиционирование, которое он должен его сделать. Вот. А ты вот уже, ты хорошее, доброе, красивое лицо твоего салона, к которому люди любят приходить и общаются с клиентами, понимаешь? Это должен быть мастер-парикмахер, да? Я правильно понимаю? Обязательно парикмахер это должен. Я не знаю. Я тоже не знаю, но в салоне не может быть, что у вас еще дешево, я прочитала, сдам зал людям, которые там делают маникюр. Это же прямая ваша клиентура, все должно быть свое. Он пришел на покраску, тут же он может и постричься, и на маникюр его продают, и на массаж его продают. Ну, то есть, это все один цикл. Зачем отдавать это кому-то налево? Я понимаю, что все стрёмно, но тогда есть второй вариант. Самый простой. Это просто все закрыть и сдать это помещение в аренду. Или продать его нахрен, уехать на Бали с дочкой и с мужем. Не, я абсолютно серьезно. Я понимаю, да. Потому что ту головомойку, которую я сейчас предлагаю, она непростая. Но это шанс вылезти. По-другому ничего не изменится. Это нужно понять. Вот это реанимировать нельзя. Пропахать, чтобы с 3000 оставлялось 6000, я считаю это бредом. Ну, полным. Ну, смысла нет никакого.
За у нас секретарь больше получает. Ну, зачем вот это все себе создавать и делать? Да, получается, мы зарабатываем и сразу же отдаем. И плюс это у нас еще долг 22 тысячи. Это не заработок. 22 тысячи – это самый смешной долг в жизни, который я слышала. Были долги в 22 миллиона долларов. Тут нужно забыть. Тут сейчас будет долг еще в 300 тысяч. Ничего страшного. Я думаю, что партнер здесь должен деньгами вложиться. У тебя есть помещение. Тоже должен иметь, да. Должен иметь деньги, да. Зачем тебе без денег? Несколько тысяч долларов – не такая большая сумма денег. А если с сыном, как ваше мнение? Если он готов вложиться деньгами и помощью, то да. Вопрос не только в деньгах. Нам очень важен управляющий еще человек, который будет кухней заведовать, да? Вот это очень сейчас важно. Сейчас у вас с этим все плохо. Ну, ужасно. Почему мы говорим о партнерстве? Потому что когда он придет, он будет понимать, ради чего он всем этим заведует. У него будет мотивация. Потому что он партнер. Он не развернется, в любой момент не уйдет, если он вложится деньгами в тот же ремонт. То есть вы будете друг для друга ценны. То есть он обязательно должен свои деньги положить. Конечно. Какую-то часть, там, 3-4 тысячи долларов он тоже должен вложить. Вы должны говорить на одном языке. Это очень важно. Сейчас думаю, как это лучше сделать. И на данный всеми момент... возможными способами, которые могут быть. У вас не такой большой город. Рассказать запустить всем, нужно это везде, написать объявление, да. Что угодно. Вспомнить всех мастеров, которые приходят, закупаются, подкупаются. Всеми способами, везде эту информацию просто просеять. Везде. То есть, чтобы просто запустить эту во вселенную любыми способами. Решение всегда приходит, особенно если это нужное решение. Мне кажется, что это самое нужное, что сейчас может быть. Не стоит бояться изменений, потому что вот там, вот, где страшно, и там, где много изменений, там есть шанс на то, чтобы выплыть. Если мы будем делать то же самое, что мы делали, никакой Инстаграм, никакой Ютуб, никакой сайт, мы даже об этом сейчас не говорим. Продукт полная Г. Полностью нужно изменить все. Полностью. Нечего рекламировать. Нужно продукт другой полностью. Нужно то полностью тот, создать то, что продукт. Есть, этот выбросить, выбросить, а новый сделать. Новый сделать, да. Вы поможете? Поможем. Мы уже помогаем. Да, мы же здесь. Мы уже помогаем. Это наша помощь. В этом и заключается сейчас, на данный момент, пока сложно это все... Есть целая ночь в поезде, чтобы об этом подумать. Но действовать нужно незамедлительно, потому что пока не находится сейчас партнер, не создается дизайн-проект и голова не начинает работать, нам, в принципе, больше не о чем встречаться. Процесс должен запускаться по-настоящему. Мы не понарошку, мы не для того, чтобы поговорить. Я все время об этом говорю. Если вы сюда пришли действовать, то давайте брать и делать. Страшно, очень. Я когда разрушила свой офис недавно, в который вложила энную сумму денег при первом ремонте. Первый ремонт нам обошелся порядка 100 тысяч долларов. И тут мы грохнули пол офиса. Мне тоже стало стрёмно. И каждый раз, когда я все рушу, продаю бизнесы, создаю бизнесы, каждый раз страшно, но хотя бы интересно. И каждый раз есть шансы. Мы уже два раза тонули, мы тоже уже два раза поднимались. Вот, ничего страшного. Ничего страшного, да. Сейчас, находясь на дне, а я считаю это дном, есть от чего толкнуться. Есть от чего толкнуться, не страшно, терять-то нечего. 3000 гривен, да я вас умоляю. Помещение ваше, это ваш козырь. То, что у вас есть это помещение. У меня помещение в аренде. Сколько квадратных метров? 10 лет тоже были в аренде. 92 квадратных. Отлично, нормально. Отлично, идеально. На крайний случай всегда это можно нахрен продать и вылезти из всех долгов. Ну, это тоже хорошо понимать. Оля, а как вы считаете, вот у меня же была еще продажа профессиональной косметики, это будет входить в нашу будущую? Конечно, но я бы пока не делала акцент на этом, вот пока не на чем это строить. Я бы пока это делала как апсел, просто научиться продавать вещи какие-то клиентам своим, хороший уход и так далее, и так далее. Той клиентуре, которая у вас должна быть, а не та, которая есть сейчас. Потому что если человек стрижется за 50 и за 100 гривен, то уж простите, шампунь за 500 гривен или за 1000 гривен, или как мы покупаем за 100 евро, никто никогда не купит. Нужно взрастить несколько другую аудиторию, культуру другую, рассказывать им, что я вашу голову никогда не засуну в эту сушильную машину, потому что вы не уважаете свои волосы, а я их уважаю, понимаете? А то, что они благодарят, это ужас просто. Я даже представляю, в какие квартиры возвращаются потом эти люди, у которых трубы так торчат, там, на плите вот такой слой. Ну, это ужасно. Нужно это понимать. Нужно понимать, что этим людям им ничего не надо. Еще я тут прочитал, что клиенты, у них сомнения, да, есть по поводу санитарных норм.
Я еще думал, почему клиентов такие сомнения. Но когда я посмотрел на фотографии, я понял, почему у них такие сомнения. Так вот, внутри должно быть в салоне так, чтобы когда клиент заходил туда, у него не было сомнений по поводу санитарных норм. Понимаешь, для этого это не значит, что это должно быть дорого, да? Это вот IKEA. Это стиль IKEA. Это абсолютно сильно дорого, как вот сделала Юстина. Мне кажется, она отпугивает просто своих клиентов. Ну, там, роскошно, да. Это очень не уютно, надо. Классно. Но это хорошие зеркала с правильным светом. Это хороший, удобный стульчик. Это недорого. Да. Это классно и уютно. Чисто, стильно. Стильно. Светильник может стоить 1500 евро, а может стоить 150 гривен. Ну, но когда есть дизайнер, а я надеюсь, что Таня окажется классным дизайнером и постарается сделать вот ту самую атмосферу, будет совершенно другая история. У нее как раз будет шанс когда мы создаем, показать свой класс. Наша задача, создавая правильное место и подбирая правильных мастеров, нам не нужно заботиться о маркетинге в принципе. Потому что человек, когда будет это видеть, он будет изначально попадать, заходить, пробовать. Если он попадает в руки хорошего мастера, а там еще и классно, он сам будет к вам бегать. Вау, возле моего дома это открылось. Нужно будет поработать чуть-чуть только там, не знаю, объявление в парадное. Как правило, на районах, на таких, очень мало качественных услуг. Они в центре, как правило, сосредоточены, да? А вот в районе и самом... И стоит, естественно, гораздо дороже, потому что там дороже аренда есть и прочие вещи. Есть у нас один вещи. Салон, да, VIP-класса. Ну, там, я не знаю сейчас как. Они вначале хорошо развивались, а сейчас... А нам не нужен VIP, нам нужен френдли. Вот это вот есть момент дружественности. Дружественности, френдли. Такой, когда... Женщина, которая зарабатывает свои 5-7 тысяч гривен в месяц, спокойно может прийти и оставить здесь 500 гривен. Там полно таких людей. Мы все время недооцениваем людей. Юля с нашими праздниками, да, которая находится в Житомире, она тоже вечно недооценивает. Мы постоянно недооцениваем. Нам она кажется, говорила, что у людей нет денег. Да? Оказалось, что денег нет. Нет, женщины хотят за собой ухаживать. Они хотят, чтобы их волосы были хотят красивыми. Хотят качественную услугу. Конечно, хотят. Мне очень нравится, когда все профессионально построено, качественно. Вот у нас а есть... что же вы тогда такое продаете? Стыдно. Вот для чего вы пришли, я чтобы это все изменить? Это ужас. Я буду этим стыдить, чтобы вам самой захотелось это все нахрен закрыть. Это ужасно. Вот все, кто в Мариуполе нас смотрит, обязательно мы оставим ссылку. Вот пойдите, зайдите в этот салон, найдите Людмилу и скажите: Людмила, Оля права, надо это нахрен менять. Нахрен менять и делать все классно. Мы хотим, все мы заново. Достойны в своем Мариуполе иметь хороший, привлекательный, нормальный салон, где нам будет хорошо. Мы готовы заплатить больше, чем эконом-класс. Никто не хочет быть эконом-классом. Эконом-класс и сегмент — это там, где нельзя сражаться ни за что. Людям все равно на качество. Антисанитария — это хрен с ним, блин. Зато он на 50 гривен дешевле. Так даже при таких ценах у них нету клиентов. Понимаешь, их даже мало. Потому что любят себя. У нас не было мастера. У нас же Сережа уехал, и нас год не было мастера практически. У нас только работали... Управленец, жесть. Вот не было мастера. Мой бизнес умер, потому что у меня ушел секретарь. Значит, хреновый бизнес. Если он держится на каком-то мастере, значит, это бизнес мастера, а не твой. При чем тут тогда? Вот салонный бизнес, да, он реально специфический, но поэтому я и предлагаю иметь партнера, который знает мастера, он придет, он уже и который будет всегда знать. Любого мастера подменит, да? Если мастер ушел, есть я партнер, даже не который... Он соберет, он знает, он в том салоне работал, там Машенька прекрасная маникюрщица, там еще кто-то. Знаете, лучше мастерам платить чуть больше этого процента, но знать, что у вас офигенные мастера, классные мастера, которые здоровски все это делают, и у которых всегда будут клиенты. Это очень важно. Сделать так, чтобы мастерам не захотелось самим уходить от вас. Оля, а партнера можно найти через объявление, вы говорите, да? Я понятия не имею, как его найти. Вот он может найтись любым способом. Я бы использовала все. Звонила бы знакомым, рассказывала. Писала бы на бесплатных досках объявлений. Вспоминала, кого я знаю в профессиональной сфере, и всем бы звонила и об этом говорила. Может быть, есть какие-то специальные сайты, где люди ищут себе партнеров? Ну, надо загуглить, посмотреть. Да, обязательно, со всеми различными способами. Надо запустить во вселенную всеми способами, которые доступны. Вот и все. Да. Написать у себя, ну не знаю, у тебя есть какие-то личные профили? Возможно, кто-то нас увидит, наверное, тоже, да. Возможно, у кого-то есть такая мысль. Всегда притягиваются да, люди. Да, кстати, люди вот нас посмотрят из Мариуполя, тоже кто-то, может быть, да, объявится. Мы уже рассматривали франшизу, думали, может быть, какую-то франшизу взять. Франшизу? Это готовый бизнес. Купить? Да, не готовы, надо, готовы. У вас районное место, зачем? Франшиза, вы заплатите деньги за франшизу, за процессы, за все. Вам все равно придется делать огромную работу.
Зачем? Местечковое место свое легко можно сделать самостоятельно гораздо дешевле. Это будет стоить дешевле, а получите эффект, ну, никому ничего не должны не будете. Это не тот случай, когда нужна франшиза. Мы обращались, ну, наши партнеры, которые занимаются плойками, фенами, золинками в Запорожье, мы уже обращались к ним, они говорят, если 50 тысяч евро, и мы полностью комплектуем магазин, и вы можете продавать это. Ну, 50 тысяч евро нормально. Ну, это немцы, да. Ну, я думаю, что это не ваш случай, просто именно на районе не надо этого. Да. Начните сейчас с этой темы. Когда только мы поставим на ноги салон, тогда можно говорить уже о том, что мы начинаем выстраивать и думать над продажей товаров как-то профессионально, оптом, не оптом и так далее. Пока что не о чем говорить. Пока нету никакого магазина, никаких товаров. На это данный смешно. Момент, да, нужно начать с ремонта, правильно я понимаю? С концепта. Нет. С концепции. Нет. С концепцией, потом с дизайна и только потом с ремонта. Да. Ну, и нужно искать партнера, с которым вместе вы создадите эту концепцию. Угу. Потому что с ремонта точно не надо начинать. Это все будет мимо. Вот концепция, что вы будете, кому продаете, сколько будут стоить услуги. Какие услуги будут? То есть ремонт и концепт должен соответствовать ценовому уровню. Он не должен быть лучше, чем цены, да, он не должен быть хуже, чем цены. И нужно достаточно четко понимать вот портрет своего клиента. Кто она, что она или он, где занимается, сколько зарабатывает. Все равно нужно всегда на кого-то четко ориентироваться. Вот сейчас вы это пишете от 18 до 60 лет у вас клиентура. Это вот, не бывает. Вот нет. 18 лет, девочка. Это вот, и да. Женщина в 60 лет. Это разные. Зачем стараться охватить всех? Лучше хорошо охвати какую-то свою именно аудиторию, узкую. Но они будут приходить, никто потому что это говорит, для них. Это больше дети приходят, вот, которые... Но это не целевая аудитория. Это у нас постарше. Это за хвостиком. Вот надо на них ориентироваться. Для них, для тех, у кого есть деньги. Вот, например, в свадебном бизнесе есть такая тема, что ты можешь продавать сколько угодно невесте или еще кому-то. Всегда важно знать, кто платит деньги, определить это на первой встрече. Потому что если на первую встречу пришли все, кроме папы, который платит, бесполезно всем нравится. Вот бесполезно совершенно. Важно сказать, ребят, все классно, теперь давайте на следующую встречу папу. Кто платит? Кто платит? То же самое и здесь. Если она приводит дочку, здорово, она ее приведет и мужа приведет. Но если она решает, она в этих вещах рулит, значит, она главная. И нужно понимать, кто этот портрет, вот кому у вас должно быть особенно хорошо. У нас это женщина, да. Я женщина. Думаю, что это как раз вот подруги, люди, вот подруги, вот такие же, вот я себе представляю, вот такие же женщины. Умнички, красавицы, которые хотят быть красивыми. И мастер должен видеть и делать их краше. Не делать так, как они говорят, а делать так, чтобы они были классные. Чтобы он посадил в кресло, потом повернул ее, и она охренела от себя. Потому что он подобрал ей такой оттенок волос, что она помолодела на 20 лет. Сделал ей такую стрижку, при которой она стала еще красивее. Или спас ее наоборот, потому что кто-то ее просто изуродовал. А такое тоже часто происходит. Бывает. Да, бывает. Сделал ей хорошие такую бровки. Такую бровку здесь сделали в Киеве. Вот. Пошла, думаю, посмотрю, как здесь в салоне работает. Интересно было. В каком салоне? В каком салоне? Понимаете, вот мы Лондо, тут, мы говорим, вот салон Лондо. Ну, вот Лондо. Каждая хрень, которая стоит в подворотне, называет себя каким-то именем. Например, вот сегодня выйдет как раз программа, будет это очень полезно. Мы с Юстиной были в гостях у моего друга, топового мастера Андрея Крупчинского, у которого стрижка стоит $200. Класс. У которого я стригусь уже с 18 лет. Вот я хочу просто, чтобы посмотрели внимательно эту программу и послушали, о чем он говорит. Это топ уровень, но мозг Юстины, по крайней мере, он лопнул прямо в процессе общения. Он как раз очень много говорит о позиционировании, об идее. Все это должно быть. Нельзя просто рубить бабло и считать, там, мы заработали, не заработали, сделали, не сделали. У меня там какие-то мастера, люди чего-то просят. Чего ты хочешь? Каким ты видишь свой бизнес? Какая идея того, что ты делаешь? Он обладает определенной харизмой как личность, я так понимаю, да? Он топ-мастер, помимо всего. Он мастер как раз, он как раз не бизнесмен, он мастер. Но у него одна из самых дорогих сетей салонов и самая крупная школа обучения, академия парикмахерского искусства. Молодец. И это тоже момент.
Да, с 18 лет пацан все построил. Вот вместе мы начинали. Был просто помощником. Потому что у него было видение и понимание, чего он хочет. Потому что он Олю Стрик, она его учила, как надо. У него была идеология. Очень важно иметь вот этот ответ на вопрос, что я хочу делать. Если я хочу женщин делать по-настоящему красивым, то я не могу им центрифугу одевать на голову. Все. А если я хочу, чтобы у вас получалось, я не буду говорить вам, ой, какие вы молодцы, как здорово, у вас такие замечательные бизнесы. Давайте новой красочкой покрасим сейчас. Вот, нет, я говорю про нас сейчас. Я говорю правду только потому, что это единственный шанс что-то изменить. Иначе в ваших бизнесе и в ваших бизнесах ничего не поменяется. Будете по-прежнему выживать, сводить концы с концами, хотя я не знаю, как на 3000 гривен выжить. У меня нет идеи. Зарплату мужа. Ну, слава богу, да, что есть. Но муж. Я все равно восхищен, что несмотря на такое тяжелое финансовое положение, ты все равно приняла решение заплатить, но все-таки не бесплатное участие. Ты нашла эти деньги. И это круто, потому это что круто. Я только поэтому и веду разговор, потому что я понимаю, что есть жесткое, серьезное намерение. Потому что когда мы бесплатно в первую программу пригласили людей, и на вторую нам сказала, откуда она там, эта девочка была. В общем, она была из района Киева, она сказала, из Борщаговки, что ей далеко ехать все-таки на съемку. Которая фитнес-тренер. Ей далеко ехать. Все-таки ехать далеко на съемку, то есть вот этот момент, он является очень показательным. Поэтому, когда мы подтверждаем свое намерение деньгами, это значит, что мы сами себе говорим о том, особенно деньгами, которые нам тяжело даются, что я готова. Если готова, нужно идти. Мы можем увидеть через полгода совершенно другую историю, совершенно другой бизнес. Я не говорю, что он будет суперприбыльный, но он однозначно будет идти наверх, он однозначно будет приносить удовольствие, будет понятно, потому что когда у тебя что-то классное, это хочется развивать, это как квартира, да? Когда у тебя классный ремонт ванны, тебе хочется туда новое полотенечко, красивая мыльца, а когда у тебя там тараканы везде ползают, то как-то все равно, какое там полотенечко и будет ли там мыльца. Вот и все. Я думаю, что понятно, что делать сейчас. Это непросто, но нужно начинать. Встретимся, ну, когда будут результаты. Хорошо. Окей. Будем искать партнера. Удачи. Спасибо. Фух, ну, скажу вам честно, друзья, я изрядно подустала. Я не знаю, насколько корректным получился разговор с Людмилой, но мне бы очень хотелось, чтобы у нее получилось. Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели на свои бизнес-проекты, на то, что вы называете бизнесами, и вполне возможно, у вас такая же беда. Вполне возможно, что нельзя реанимировать то, что есть сегодня, но всегда можно начать заново. Обязательно приезжайте к нам 16 августа на вечеринку, потому что там будет еще больше промывки и перепрошивки вашего мозга. Будет мега круто. Вся информация находится внизу под видео. Я надеюсь искренне увидеть вас всех, потому что уже у нас больше, чем около, там, по-моему, 200 участников есть. И мне очень хочется, чтобы нас было еще больше и было еще круче. Если вы хотите стать участником нашего шоу, не забывайте о том, что вы всегда можете заполнить анкету, которая также находится под видео. И вполне возможно, что мы будем вместе реанимировать и ваш бизнес. Непременно подписывайтесь на рассылку «Мышление предпринимателя», которую мы с Сергеем регулярно выпускаем для того, чтобы вы могли менять свое мышление, для того, чтобы вы могли самостоятельно решать те задачи и проблемы, которые есть с вашим бизнесом, и понимали, что все в этой жизни возможно, и все находится в ваших руках. Ну и, конечно же, не пропускайте наших новых выпусков, которые теперь снова выходят в среду и в воскресенье. В каждом выпуске будет один герой для того, чтобы мы все успевали вам показать. И следите за нашим ремонтом, потому что совсем скоро наш офис преобразится. Так хочется начать новый осенний этап в новом офисе, с новыми идеями, с новыми реализациями и вообще совсем новым. Я люблю новое. Так что спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить нам лайки и подписаться на наш канал. До скорой встречи!